Первокурсники Якутского колледжа культуры и искусств прошли по красной ковровой дорожке. Таким образом, в учебном заведении организовали торжественную линейку. В этом году она особенная, так как колледж открывает двери перед студентами и преподавателями уже 80-й раз. Саргалана Захарова продолжит. На красной дорожке сегодня мэтры и звезды театра и кино. С первых дней учебного года первокурсникам приходится не только привыкать к новой обстановке, но и уметь держаться на публике. Наравне с именитыми выпускниками колледжа их чествуют под бурные аплодисменты. Этот учебный год для нас является юбилейным. Начинается 80-й учебный год, и в связи с этим мы пригласили наших дорогих ветеранов, выпускников разных лет. И в связи с годом российского кино они будут чествоваться на красной дорожке. Поздравить с круглой датой пришли ветераны колледжа. Они поделились своими впечатлениями и воспоминаниями. Вообще у нас условия очень трудные, общежития совсем не было. Жили, например, я жила 23 года со студентом в общежитии. Вот так мы работали. Очень трудно было работать, конечно. Но, несмотря на это, наши выпускники, даже некоторые до сих пор работают. Стоит отметить, что в последние годы колледж начал стремительно развиваться. Два года назад он переехал в новое здание, а в этом открылось новое отделение аудиовизуальной техники. Они по окончанию будут работать как технические работники и в государственных учреждениях, театрально-зрелищных учреждениях, и а также станут специалистами аудиовизуального творчества. В новом учебном году покорять азы творческого мастерства будут 90 первокурсников. Их отобрали из 500 абитуриентов, подавших документы в колледж. Это интересно. Здесь достаточно хорошие преподаватели. Интересно преподает, много наслышан. И впоследствии хочу стать режиссером кино. Больше документы не подавала и знала, то, что я и хочу именно сюда. Конечно, сначала сложновато будет, но потом уже, наверное, все привыкнут и будет полегче. Пожелаем новоиспеченным студентам успехов в их творчестве и будем надеяться, что через несколько лет они, уже мастера своего дела, дадут напутствие новому поколению. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.